он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Но это не наше дело определять его достоинство, это дело избирателей в Соединенных Штатах. Но он абсолютный лидер, мы сегодня видим, президентской гонки. Он говорит о том, что хочет перейти к другому уровню отношений, более плотному, глубокому уровню отношений с Россией. Ну, разве мы можем это не приветствовать? Конечно, мы это приветствуем.